первая в сезоне. Пожалуйста, вам центральный защитник Бенедикт Хёвидес в своем 16-м матче получает первую карточку в сезоне. Удар 5-4. А может, я рано сказал? Еще 40 секунд-то есть. Мамбирам Диуф попадает невероятным ударом через себя. Это вторая его попытка пробить через себя. Первая была, конечно, комичная, а вторая героическая. И этот гол попадет в хит-парад тура. Совершенно точно. Даже сам Диуф, по-моему, смотрел на Кубе. Повтор сейчас. Мамбирам Диуф. Циллер. Времени почти нету у Ганновера. Все, Денис Айтекин указывает на центр. Сумасшедший.